Задержанные участники группы, похоже, не сразу оценили серьезность происходящего. Кто-то даже изображал из себя невинного цветовода. Поясни, что здесь такое в гараже оборудовано? Выращивается. Что выращивается? Не знаю, цветы. Цветы? Да. Ну, название есть у этих цветов? Не знаю. Розы там, пионы, может. Едва взошедшие побеги в горшках, удобрения и специальное оборудование. На первый взгляд, вполне себе мирное увлечение. Однако у экспертов на этот счет совершенно другой вердикт. В гараже участники группы выращивали коноплю. Но, как в старой русской пословице, это лишь цветочки, а ягодки были впереди. Так в одном из гаражей оперативники обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. В ходе проведения обысковых мероприятий были обнаружены 3 лаборатории по изготовлению наркотических средств, а также схрон с оружием, в котором находились 2 автомата с глушителем, самодельный пистолет-пулемет, обрез, 2 гранаты, 2 полуавтоматических карабина, более 300 единиц боеприпасов. Установлено, что изъятое оружие пригодно для стрельбы и могло использоваться участниками группы, либо реализовываться на черном рынке. По выявленным фактам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, а также изготовления и незаконного приобретения, хранения оружия, его основных частей и боеприпасов, следователями полиции возбуждены уголовные дела. 2 участникам группы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.